На весах стоит закрытая банка, а на дне банки сидит муха. Спрашивается, изменятся ли показания весов, если муха взлетит и будет летать внутри банки. Кажется, что показания весов должны уменьшиться на вес мухи, ведь она больше не давит на дно банки, но свободно летает в воздухе. Чтобы проверить это на опыте, мы подвесили аквариум к высокоточному датчику силы. Поставим в аквариум квадрокоптер. Показания выросли на добавленный вес. Запустим квадрокоптер. И вот он повис внутри коробки. Где же ожидаемая потеря веса? Ее нет. В чем же тут дело? Если муха неподвижно висит в воздухе, значит сумма действующих на нее сил должна быть равна нулю. Поэтому сила тяжести должна уравновешиваться какой-то другой силой. Откуда же берется эта сила? Муха машет крыльями и отбрасывает воздух вниз, сообщая ему некоторый импульс. Воздух тормозится и передает этот импульс на дно банки. Значит, он давит на дно с той же самой силой F, равной весу мухи. Поэтому показания весов не должны изменяться. Силу, с которой струя воздуха давит на дно, можно увидеть, если подуть через трубку на площадку весов. 5 граммов выдувается легко, и даже 10 граммов можно выдуть. А если подуть через трубку на воду, на ее свободной поверхности образуется ямка. Давление, которое создает воздушная струя, уравновешивается гидростатическим давлением ρH. А какой глубины получится яма, если над водой зависнет настоящий вертолет? Масса этого вертолета равна 10 тоннам. Опираясь на воздушную струю, по закону Архимеда он вытесняет 10 тонн воды. Поэтому объем ямы равен 10 кубическим метрам. Винт диаметром 16 метров создает струю с поперечным сечением 200 квадратных метров. Делим объем ямы на площадь струи и получаем среднюю глубину ямы 5 сантиметров. Совсем немного. Вес вертолета распределяется на большую площадь, и поэтому он оказывает на воду совсем небольшое давление.